топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Известная актриса Лия Ахеджакова направила в Никулинский районный суд Москвы заявление, в котором просит о выселении из своей квартиры художника Бориса Качишвили, второго супруга знаменитости. Об этом сообщает московский комсомолец. Качишвили не живет на улице Удальцова уже очень давно, а Ахеджакова еще в 2001 году вышла замуж в третий раз за фотографа Владимира Персиянова. Однако Борис оставался прописанным в апартаментах актрисы. Сейчас Лия намерена выписать экс-супруга из своей квартиры, так как узнала о том, что художник женился. Около 10 лет назад представитель Ахеджаковой предлагал выписаться Качишвили добровольно, однако мужчина проигнорировал просьбу. И до сегодняшнего момента актриса не поднимала этот вопрос, так как в основном живет на даче и в квартире бывает редко. Узнав о женитьбе бывшего мужа, Лия решила выписать его из своих апартаментов, потому что мужчина теперь может прописаться у новой жены. 15 февраля должно было состояться первое заседание, но Качишвили и его представитель не явились в суд. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.